Дорогие друзья, мы никогда не задумывались над гербом нашей семьи, Волковых, да, Волковых. Но у нас давно-давно, с самого начала как-то получилось так, что символом является вот этот такой вот фал, вот такой вот, это самое, буква В. Вот. Ну вот, Волков и В. Помнится еще где-то в начале 80-х в Коме СССР мы с семьей жили, и в тайге, в далекой, глубокой, и я сделал себе дерево, где-то огромное-огромное дерево, и я сделал на нем такой выруб. Сосна, по-моему, была такой фал, и она где-то до сих пор, наверное, уже все зажило у дерева, но она еще осталась, стоит в тайге, вот такое огромное дерево. Вот, а сейчас вот тут мы, девочки, сделали такую доску для игры, такая есть игра «Ведьмак» или «Ведьмин» по-польски. И вот они своими руками сделали доску для игры, для вот этой игры. И здесь что мы видим? Вот здесь мы видим фал, ну здесь, естественно, обрамление такое. И еще очень интересный момент, здесь вот по углам есть такие алмазы, да? Вот. И вот символ алмаза, алмаза это символ крепости и символ прозрачности, то есть сильное без усилия это. Можно сказать, что это символ настоящей воли, которая не требует какого-то усилия, просто внутренняя духовная воля. Вот такие символы обрамляют наш фал. Ну, еще существует у нас более развернутая версия, такая жизненная, будем говорить. Вот это вторая сторона вот этой игры. И здесь вот конкретно вот этот волк, такой вот сущность волка, как говорят, такой злой-злой волк. Но мы злость не практикуем, но только как такой рычаг, который заводит человека в трудную минуту. Вот. Ну, с другой стороны, вот это однозначно, да, то есть и то являются символами нашими. И здесь вот мы покажем, обернем, посмотрите, вот здесь вот, вот так выглядит эта игра, здесь для карт каких-то, вот. Вот, с другой стороны тоже так же, ну, в общем, вот такие наши символы. Ну, кроме того, существуют еще другие разработки, еще тоже довольно старые разработки нашей символики. И они у меня находятся вот здесь, вот, вот здесь, прямо на моей этой самой. Сейчас я вам расскажу, как это все, что это значит и как это выглядит. Здесь тоже есть этот же фал, тот же есть перевернутый фал, буква В. Перевернутая. Это символ дороги, которая сходится. Сходится дорога за горизонт, и здесь дорога к солнцу. Это солнце. А в середине символ бесконечности. То есть символ бесконечности жизни. Символ бессмертия. Вот. И вот тоже наш символ. Не скажу, что герб. Возможно, когда-нибудь он и будет гербом. Но в настоящее время просто разработка нашей символики семейной, таким вот образом, завязанной на вот таком символе фал. Вот такой у нас, такая вот у нас символика. И сейчас вы можете посмотреть, как девочки делали, рисовали, выжигали, потом красили все, проектировали вот эти нашу символику. Это было, ну, добрых 2-3 года назад, 2-3 года назад, вот мы сделали вот это все собственными руками. Распилили, склеили, нарисовали все, макеты, потом все это перенесли сюда и выжигали, и так вот покрасили, и что у нас получилось лаком. Вот такая вот у нас символика.
Да. Нет. Нет, нормально все. Символом нашей семьи является вот, вот эта буковка ВАЛ. Семья Волков, да, латиница. Ha ha ha.